На месте, да, там где-нибудь будет? Противостояние. Текстильщик Иваново. Гик Москва. Ну, вы сегодня в меньшинстве. С вами Бог. Поэтому в равных составах. И специальный гость. Ты не с нами, Андрей. Я Липугин. Возраст. Где-то на Алтае. Не будем говорить. Самый старый участник челленджей. Первое задание. Перед тем, как пробить пенальти, позвонить своему знакомому, маме, папе, и спросить, куда, ну, собственно, куда бить. Ну, Валера, да, Валера, давай, сегодня специально тоже пропускать голы не требуется, не как ты это вчера делал, да, давай, стыдоба. Нашему тоже объясните. Да, мячи нужно отбивать, в целом отбивать, да. Да, без вратарь. Так, сейчас мы позвоним человеку, у которого самый крутой музей, самый крутой музей любительской команды вообще в России. Надеюсь, он возьмет трубку. Вот есть ВВП, есть ВВГ. Угу. Владимир Владимирович, здравствуйте. Тут у нас челлендж проходит у команды ВГИК с текстильщиком Иваново. Такой вопрос. Мы бьем пенальти, точнее я. В какой угол мне бить? Ты воротом попасть не можешь, уважаем. Ну, это все понятно. Куда бить-то? Бить нужно уверенно всегда. Глаза закрывай и правую девятку долбить. Закрытыми прям? Конечно, закрытым, ты профессионал. Ну, я понял. В правую, да? От вратаря или от меня? От тебя. От меня. Все, понял. Спасибо. Всего доброго. Удачи. Давай. Почти. Извиняюсь, если чуть-чуть не дошло. Ну, как у Евлеевой или Ивлеевой. Своему братику младшему звони. Сейчас что-нибудь придумает. Алло, Артур. Да, привет. Смотри, я тут в одной штуке снимаюсь. Скажи мне, короче, куда мне бить в пенальти? Ладно, сейчас. Пробей паненкой. Паненкой? Да. Ладно, хорошо, давай. Давай. Давай, хорошо. Давай. У тебя брат Федор Смолов? Не-не-не, Артур Гелилов, следите за ним. Еще заиграет. Сидит. Вот, правильно, правильно мой братик выбрал, молодец. Спасибо. Ну, мы будем звонить моему папе. Посмотрим, что он подскажет. Он за хлебом ушел? Нет, у меня хороший папа. Лучший. Будем надеяться, он возьмет. О. Алло. Алло, Пенсио, привет. Да, привет. Слушай, пап, я тут на стадионе «Текстильщик» в Иваново. Мы снимаем челленджи против команды «Текстильщика». Вот. Мы сейчас будем бить пенальти. Нужно, чтобы ты подсказал, в какой угол мне нужно бить. Ну, куда в ворота мне нужно ударить. Чтобы я подсказал? Да, да. А, ну, в правый, значит. Вправо. От тебя. От меня? Ага. Ну, от вратаря в левый. Ну, то есть, если ты смотришь на ворота, то бьешь в правый угол. Ага, если я смотрю на ворота, в правый угол. Хорошо. Верхний, нижний. Верхний, нижний. Нижний? Ну, ты верхний бьешь и ворот пульнешь еще. Я постараюсь забить. Ладно, Пенсио, спасибо. Давай. Все, давай, пока-пока. Да тут вроде точка отмечена. Все, ну папа плохого посоветовать не может. Сказал правый нижний забили. Он знал. Я как настоящий Жинкин Лев. Я звоню жене любимой. Она знает, чем ты занимаешься. Догадывается. Алло, Евгения Олеговна, здравствуйте. В какой угол мне пробить пенальти? Правый. Что ж все с правым, со своим... Ну, я на ворот смотрю и вправо, правильно? Да. Верхний, нижний? Верхний, нижний. По памятке сюда. А? Верхний. Давай, еще надо, чтобы получилось. Давай, все, понял, спасибо. Я думал, она меня любит, если честно.
Ну, там чуть-чуть поднял же. Чуть-чуть приподнял. Серега, привет, Владимирович. Здорово. Серег, тут у нас мемы в паблике, я не знаю, что это такое. Челлендж тоже, ну, новые слова. Скажи, пожалуйста, куда мне пенальти пробить? В какой угол от себя? Так, смотри, короче, бей. Это как Купаненко, ёпта, посередине. Это в мешок упадет, а ты шлёпнешь. Да только что было. Да не, нормально, нормально. Ну, нормально. Давай, сделаем. Давай, Серег, ладно, я исполню, что ты переживаешь-то? Давай, давай, пусть падает нахуй, давай. Все, давай, отлично. Давай. Конечно, должен. По свисточку, да? Можно. Мне кажется, есть. Российский футбол коррумпирован. Не получилось. Ну, получается, вся надежда на тебя. Да шут, давай, скажи, какой угол мне бить? А? Звук прибавь. Куда бить? Верхний, нижний. Чего они усложняют, да? Нормально же общались. Ну давай, сейчас пробью. Давай. Да, для твоей первой любви. Она была бы чувствована. Еще не ходил. Конечно! Сидит она! Задача сделать торпедовский заброс. Вчера торпеда забросила играть. Ну, мы даже не начинали. Мы в этом плане лучше. Забросить на своего партнера, ага. Чтобы он забил гол. Вратарь противоположной команды может переводить игру в партер. Пенальти! Он потолкнул! Рэп, пенальти, рэп. Ты кого-то ждешь? Петра Мирошниченко? Вот эти 15 сантиметров, когда я там черпака... Занятый, блин. Как всегда, 15 сантиметров. Вот без шансов. Я говорил, это не мое. Абсолютно. Со второго раза. Отличное подписание. Все-таки футбол в России есть. И он не подкупной. Нет, все из-за того, что вот посмотрите, какие бутсы на нем. Посмотрите на нем. Легендарный. 98-го года. Пацаны, следующий конкурс мем. Картинку показываю. Что ближе будет к описанию этого мема на паблике 50 оттенков текстильщика. Тот и бьет пенальти. Соответственно, кто больше забьет, тот и победил. Это решающий раунд. Сейчас счет 1-1. Платформа, на которой показывали нашу вчерашнюю игру с Владимиром. Ай, молодец. Ну неплохо. Легко. Дайте ему мяч. Ты понимаешь, что он в своей жизни не отбил ни одного пенальти? Ну вот, с почином. Валер, ну? Если ее показывают, говори, что Худяков. Я сам не знаю, но я шанс... Джики с текстильщика. Ну попробуй. Ну, возможно, Илья Карпук пробил головой, не? Все верно. Серьезно? Серьезно, ты что ли делал? Хорош. Это а вы не из сборной? Это папа Саша. Не из сборной Италии? Это наш котик, наш любимый Александр. Кто угадает мем, тот и начинает. Блядь, можно не уходить? Клаудинио. Господи, да что вы творите? А что здесь? Враги? С Джараховым, блядь. Клаудинио. Хорошо. Большая пауза была. Рэп, ты что творишь?
Они вообще приезжали, нет, сегодня? Нет? Если и приезжали, то зачем? Один оператор приехал, и все. Ну что, качать гениев? Сегодня побеждает ивановский текстильщик. А, и самое главное, наказание. Ой-ой-ой-ой-ой. Как будто вы придумали наказание. Наверное, очень интересно, креативно, да, и необычное, да, да, максимально. Занимайте, пожалуйста. Идем вставать. Так, так, так. Наш отпечаток остался. Ой! Как вы сегодня? Бля. Мне даже жалко стало. Слышь, а он домой стоя поедет. В Москву стоя поедет, понимаешь? Вот так. Виталий, еще Виталий. Не-не-не-не-не. Ну, это как... Это бонусы. Да-да-да.